В Одессе возобновили выдачу загранпаспортов и документов моряков. Как и ожидалось, из-за большого количества поданных заявок образовались очереди. Напомню, получить документы нельзя было с конца марта из-за введения карантина. В Гордепартаменте предоставления админуслуг заявили, что в течение 2 месяцев заявки принимали исключительно онлайн. У нас функционирует электронная очередь, поэтому в том числе для оформления паспорта гражданина для выезда за границу не нужно ехать в центр админуслуг. Теперь даже можно не звонить в колл-центр, если человек сам понимает, какие ему нужны документы. Можно просто зайти на наш сайт snap.odessa.ua, там в разделе «Зарегистрироваться в очереди» очень хороший удобный интерфейс, самостоятельно можно записаться на прием. Услуга срочного оформления удостоверения моряка пока недоступна, но за 20 дней бумагу сделают. Также гражданам Украины, которые не зарегистрированы в Одессе, окажут услуги замены внутренних паспортов. Продолжается прием документов на оформление паспорта гражданина Украины внутреннего по принципу экстерриториальности.